Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня речь, конечно же, пойдет о цветах. А самое главное, о моей перестановке. Ну, как сказать, у меня наконец-то воплотилась моя мечта. Мне на заказ сделали полку для цветов, которую я давно уже хотела. Ну, как всегда, это больная тема. У цветовода всегда мало места, не хватает. Я вот долго думала, думаю, вот как же такую полочку сделать-то, чтобы на нее больше цветочков-то поставить. И вот, не буду вас томить, показываю свою полку. Вот такая полка. Она у меня 2 метра в высоту, из дерева, такая добротная очень. И, конечно же, у меня на нее очень много вместилось растений. Очень удачная конструкция полки, она очень устойчивая. И да, кстати, весит она у меня 40 килограмм. Кое-как ее, конечно, затащили. Если бы она буквально на 2 сантиметра была бы больше, она бы не вошла уже даже в грузовой лифт. Пришлось бы ее тащить на 14 этаж через волоком. Как видите, она у меня ступенчатая, и поэтому как бы цветы друг другу не мешают, и также хорошо очень проникает свет. Вот видите, как они вот так горкой у меня стоят. Когда на улице солнце, прям замечательно, полностью все освещается. Также у меня дополнительные лампы стоят. Правда, одна перегорела у меня, я еще не купила. Но это у меня вот такая вот для растений специально, фитолампа. Фитолампа, и пока я вот таким вот обхожусь. И еще на лоджии у меня освещение горит. Ну, конечно, 2 лампы мне нужно купить длинных. Ну, на верхней полке я поставила свой клеродендрум угандийский. Он у меня, посмотрите, какой. Ну, сейчас, конечно, в объектив невозможно это все, габариты эти заснять. Вообще он шикарно смотрится. И у него такие плети с цветами свисают. Прям вообще красота. И мурая там у меня стоит, бугенвилия. И трахилосперму тоже вьющий. Ну, такая красота. Здесь у меня дениумы стоят, мои красавцы. Они, конечно, у меня в бутонах. Не знаю, потянут или нет. Да, и, кстати, смотрите, как мне нравится решетка декоративная у полки. Просто супер смотрится. Конечно, еще... Ну, я, конечно, в будущем еще хочу, чтобы одинаковые у всех горшочки были. У меня сейчас они все разные. Как бы не совсем мне это нравится. Но, думаю, по весне буду... пересаживать всех в одинаковые горшочки. Я, конечно, очень довольна. Очень довольна полкой. Это вот у меня 3-я полочка. Здесь тоже адениумы у меня на ней стоят. Мои красавцы. Нижняя самая полочка у меня. То есть, получается, у меня 5 полок. 5 полок. Вид, конечно, шикарный. Я теперь здесь пью кофе по утрам. Конечно же, на этой полке еще нашлось место. Я вот поставила 2 диплодении. Вообще красота просто. Мне очень прям нравится. Да, кстати, у меня вот еще бугенвилия варигатная зацветает. Смотрите, какая прелесть. Смотрите. И она здесь вот так свисает. Очень эффектно смотрится. Ну вот мой гипиаструм собрался цвести. Я, правда, с этими перестановками его чуть-чуть ранила. Я думала, вообще сломала. Я его лейкопластырем залепила. Но он стоит бодрячком. Ну, наверное, распустится. Ну, конечно, на камеру тяжело определить размеры, да, вообще и мои лоджии, и полки. Вот, допустим, моя старая полочка вот позади меня, которая стояла вместо той, вот она совсем мизерная по сравнению с той полкой. Ну,
тем не менее, она меня тоже выручает. Здесь у меня Руселия, она целый день тоже на солнце у меня стоит, бугенвиллия. И здесь мои малыши, кофе здесь, что не вошло на ту полку. Здесь у меня... Ну, там вот у меня дурант цветет. Ну, русели, тут еще цветочки вот еще есть. Здесь я так специально наложила прицветники бугенвиллии. Очень красиво смотрится. Еще раз варигатную бугенвиллию покажу. У нее нарастают уже так прицветники. Они, кстати, очень большие у нее. И полка, конечно же, полка. Сегодня изюминка моей программы – это, конечно, полка. Ну и мои цветы, конечно. Да, кстати, посмотрите, как Кассандра хорошо отреагировала от пересадки в другую землю, в лесную. Она у меня очень распушилась, нарастила такую листву красивую, такую прям вот, как будто ее лаком покрыли. Она прям блестится. И она начала цвести. То есть у нее здесь вот колосок, там я видела у нее внутри колоски. То есть красавица такая. Вот у нее тоже вот цвет набирает, колоски вот здесь вот везде. Ну, это вот она у меня сейчас будет цвести всю зиму. Она у меня вообще цветет, в принципе, ну, постоянно, могу сказать. Коснулся вопрос земли, я хочу еще показать вам спатифилу мой, я его недавно пересаживала, и посмотрите, как он прям листья наращивает, он буквально у меня, наверное, за 2 недели изменился в лучшую сторону, листья просто вообще классные, такие зеленые, такие прям вообще хорошо. И горшок ему тоже понравился. И хочу показать свою гордость, мою шифлеру. Я еще про нее не снимала видео. Но обязательно сниму. Вот такая она у меня выросла. Около 1,70 м она у меня. Вернее, даже не 1,70 м, я, потому что сама 1,72 м. И вот у нее листья где. Ну, полка, конечно, мне освободила очень много места. У меня теперь появилось место даже здесь, вот на стуле, где я сижу. Потому что здесь у меня вообще все забито растениями было. И весь стул тоже. А теперь вот так свободно. Можно еще растения добавить в свою коллекцию. Увидимся в следующем видео.